Оу, здесь написано эл, кью, эл, а здесь написано эл, о, эл. Видите? И еще. Здесь должен быть стык-ход. Здесь нет стык-хода на бутылочке. А здесь есть. И еще одно отличие. Здесь идет в один столбик, а тут в два. Тут два, тут один. У нее волосы отличаются. Они немножко другого цвета, чем у самого пупсика. И еще. Здесь линеечка, она очень тоненькая. Замочек. Замочек очень тоненький. И еще одно отличие. Здесь перфорации почти нет. А там есть. В оригинале есть, да? В оригинале есть перфорация, а тут почти ее нет. И шарик не умеет стоять, да? Не умеет стоять. Да, он не умеет стоять. Он не стоит на нужном положении, как тот шарик. А настоящий должен стоять вот так, да? Да. А еще вот здесь написано Series 1, но в оригинале просто кружочек и там серия. Единичка, да. Ну или там двоечка. В общем, давайте посмотрим, что находится в этом шарике. И стоит ли покупать? Такие шарики, подделки. Ну, я думаю, что лучше покупать шарики оригинал. Я тоже думаю, что не стоит тратить деньги просто на вот такой шарик. А еще, давай посмотрим, а еще в оригинале здесь нету вот этой надписи. А в подделке есть. Да. Куколка немножко отличается цветом. Я это говорила, мам. Ну что, давайте будем распаковывать. А ты же какие шарики? Напиши в комментариях, за подделку или настоящий шарик. Лично мне не нравится подделка, мне нравится оригинал. Я каждый день прошу у мамы с папой, чтобы они не купили оригинальный шарик Лол. Друзья, я вам не советую покупать подделку. Это просто выброшенные деньги в мусорку. Смотрите, какой. Ну что, давайте открывать замочек. Давай открывать, смотреть, что нам китайцы туда положили. Да. Я нашла еще одно отличие. Какое? Что шарик очень плохо открывается. Боже мой. Как это выглядит? А что, замок не расстегнулся? О. Послание. Еще одно отличие. Здесь не написано, что имеет. Но здесь, наверное, какое-то привидение выиграло. Еще одно отличие. Ой, а у нас, кстати, было уже такое послание? Нет, у нас такого не было. С привидением было у нас такое послание? Нет, привидение было, а такой медалька не было. Не было? И это у нас второй слой. Ой, тут наша спортсменка, которая нам попадалась. Ой, а у нас есть такая же куколка. Смотрите, да, ой, новая куколка здесь нарисована. Бутылочки. И также написано LQL. Да. Потому что это у нас подделочка. Угу. Здесь следующий замок. И тут ничего нет. Остался последний слой. Оттуда же котика, мяу-мяу. Смотрите, друзья, они втулили в последний слой животное. Смотрите, как выглядит, мяу. Смотрите, какой котик. Да, и тут одежда. Одежда, замочек. Также написано LQL. И больше ничего такого. Одежда, конечно, красивая. Вот такой вот. Ой. Друзья, а вы еще не подписались на канал Настюшек? Пожалуйста, подписывайтесь. Настюшке тоже есть животные. Да, настоящие. Да, оригинальные пэтсы. Кто еще не смотрел видео, обязательно переходите вот здесь вот. Под ссылочки наверху и смотрите видео. Здесь у нас одежда. Ой, здесь бутылочка и одежда. Ух ты, показывай. О, что там? Одежда такая классная. Красивая одежда. Очень классная. Ой, здесь очки. Ух ты, смотрите, какие они. Вообще, да. Здесь у нас из одежды
Вот так у нас выглядит одежда. Просто такой комбинезончик. Воняет кошмар. Просто ужасно. Фу. Да. В следующем пакетике у нас идут что? Ролики? Мам, да? Я уже открыла. Зайчка. Это же ролики? Да, это ролики. Вот такая идет бутылочка. И сама кукла. Она тут разобранная. Она разборбанная. Покажи, как она идет. Мама, можно я открою? Пойти? Да, конечно. Туловище отдельно, голова отдельно. Да чего добавить из китайцы? Кстати, у него рука очень... Ой! Ой-ой-ой! Что с моими глазами? Где мое туловище? Слушай, это вообще... У него вот эта рука, а у меня рот... Так, и походу она у нас умеет делать пипи, да? Она уже делает. Ну что, она ужасно воняет, и у нее рука кажется какая-то странная, болтается. Всем привет! Хи-хи-хи-хи. Я приехала из Китая, из дешевого Китая. Ну что, Настюшка, одевай. Конечно. Так, у нас шел вот такой вкладыш, как в оригинале, да? И я нашла еще одно отличие. Здесь куколки, они какие-то, они какие-то размытые, капец. Так, давайте посмотрим китайский вкладыш. Выглядит он вот так. Размытый. Вот так выглядит китайский, подделочный, дешево напечатанный, видите? И он очки не одевается на саму куклу. Вот так выглядит оригинал и подделка. У нее такая одежда, такая большеватая, как будто она вообще беременна. А ну покажи, Настюшка уже одела ее. Кто это у нас, Настюш? Это ой. Училка ихняя. Боже, какой ужас, эта одежда даже на нее не садится. Угу. Это ихняя училка. Так, это давай ей развернем училка. Руки. Ладно. Вот так надо. Вот, кое-как посадили одежду, ролики. Это все жутко воняет. Да, она даже не соответствует вот этому вкладышу, который у них есть. Я не советую покупать детям вот такие дешевые подделочные игрушки, потому что они очень вредные, они жутко воняют. Вот так выглядит куколка, ней еще никто не поигрался, она уже ободранная. Да, эти очки, они не пластмассовые, они просто вот резиновые. Да. Вот, это кошмар. Давай попробуем. И голова очень. Давай очень попробуем мягко. Их одеть. Очень мягко. Фу, я прям не могу, оно ужасно воняет. Детям такое нельзя давать, это ужасно. Эти очки. Давай их хотя бы вот так оденем. А, они и так не хотят одеваться. Боже, какой китаец тебя лепил, ну это же ужас, глянь. Ой, боже мой, приветики, как ты, кто ты, я не понимаю, я не поняла. Девочки, кто это? Ой, друзья, ну я же не виновата, что меня так и сделали из дешевого материала. Ставьте лайк, если ты за оригинальную куклу лол. Вот. Вот так выглядит подделка. Просто дешевая копия. Мы еще. Посмотри, у нее одежда просто на нее одевается ужасно. Бери эту куклу, пожалуйста. Вы нашли, где оригинал, а где подделка? Ой, смотри, у них даже люк разный, да? Угу. Вот эта подделка, это оригинал. Жми лайк, если ты за оригинал. Если ты не смотрел мое новое видео по Low Pets, переходи по ссылочке в описании и смотри это видео. Пока-пока. Пока. Эй, наклейка. Отстань от меня, наклейка.